Всем доброе утро, вы на канале Николаев. А у нас тоже утро. Уже у нас почти 10 часов, а Санечек все еще спит. Саш, завтрак готов, вставай, просыпайся, Саня. Саня, ну повернись хоть уже к нам, давай просыпайся. Санечек, просыпайся. Просыпайся, вставай, идем завтракать. Жду тебя. Проснулся. Вы что, на втором этаже жарили, спали? Угу. С кондиционером? Угу. Кондиционер на один только был включен. На один, ну так хорошо тут охладило просто вообще. Угу. Круто вам было. Ладно, пойдем, вставай, ждем тебя на улице. Пойдемте будить второго мальчика. А кто у нас здесь такой? Проснулся уже. Жора с Микой играют. Папа готовит завтрак, уже приготовил, уже на улицу вылез. Пойдем Арсения будить. Так, Арс еще спит. Проснулся? Арсений, доброе утро. Уже оделся даже. Давай, пошли завтракать. Идемте, все уже готово. Привет. Братишка, да? Идемте кушать. Завтракаем мы всегда на улице. Погода у нас шикарная. С утра, наверное, 28. Ну, точно есть. Так, сейчас посмотрим. Может, 28 нету, но очень тепло. А может, и есть. Слушай, у меня глаз алмаз. 29 почти. 29. Значит, так. Вот, видите, вещи сушатся, плавки все. Бассейн у нас работает. Вон там покажу вам, какой он. А что у нас на завтрак? Давайте смотреть. У нас Мика. Яйцо, колбаски, оливки, огурцы. У нас, в принципе, обычно стандартный. У нас иногда кашка вместо яйца бывает. И, наоборот, вместо сосисок у нас бывает что? Мясо. Арсень, что у нас бывает? Что ты, а чем ты обычно завтракаешь? Омлет. Да. И вот так вот выглядит. Я уже докладываю. Так получается, это папе мы два яйца положим. Вот сюда. А всем остальным по яйцу. Все, завтрак разложен. Ждем Сашу, ждем папу. И будем кушать. Да, Никушка? Еще сейчас. А, ну, здесь у нас еще, конечно же, пудинги. И к чаю. Это у нас глазированные сырочки. Ника бибика. А ей хочется уже яичко попробовать. Ну, дай, братик. Чуть-чуть ломи. А, огурчик дашь ей? Огурчик он тебе дал. Куш-куш-куш, Кать. Да, ням-ням, вкусненько. Она хочет уже, кстати, есть как с общего стола. Ей уже надо как всем, да, Никушка? Все мое. Тебе как всем хочется, скажи. Я хочу как все кушать, а не то, что там какое-то. Санек, занимай место в зале. И будем кушать. А вот папа притащил стульчик для Ники. Трон. Вместе, смотрите, вместе с Бубликом сразу. Это вчера носком игралась, Коля. Она его стащила с вешалки, с сушилки. А ты искал? Давай, салям. Так, садим. Салям. Малыша кушать. И сами будем кушать, да, доченька? Сначала кушаю взрослую, скажу, а потом кормят меня. Но я ее буду подкармливать уже с общего стола. Уже подкармливаем ее. И обязательно пристежка. Все правильно, Жор, потому что она у нас что? Вылазит. Вылазит. Вылазит, что очень опасно. Никак. Арсений, что ты с огурцом делаешь? Взял ложку и его ковыряет. Даешь. Приятного аппетита всем. А сейчас мы привезли наших мальчишек уже на день рождения. Кирюша, Жора, Саня. Кирюша, там. Кирюша. А, Арсюша. Я хотела сказать, Кирюша приехали. Да. Сейчас Коля им подарки выдает. То, что они будут дарить. Ого, выходят. Мы к ним сегодня вечером присоединимся. А они сейчас едут туда, куда хотят. А будут делать то, что хотят. Ну, вот так. Кирюша их финансирует. Вон так, еще там Димка. Еще один друг. Это наш кумы сын. Кстати, они с Сашей родились в один день разницы только. Мы с ними вместе в роддоме лежали. Ну, вот. Так что, пацаны, идут отдыхать, а мы поедем сейчас с Колей. Себе отдохнем. Наверное, кофеек попьем, да, Коль? Да, еще надо на заправку. А, и на заправку. Софика остается с нами. Она присоединится позже тоже. Вместе с нами. А мы сейчас уже вышли на набережную. Тут идем
прогуляемся, хотим хорошенечко пройтись, подустать, попить кофеёк. Смотрите, какая идет девочка красивая, да? И там еще одна красивая. Сходим. Только километриков 5, наверное, да, Коль? Накрутим. Как может, получится. И больше. Главное, чтобы гроза нас не согнала вон там. Намечается гроза. Зашли мы в наш любимый панкейк. Добежали, можно сказать, потому что начался дождь. Смотрите, коляска, видите? Мокренькая, но добежали. Сейчас переждем, если не закончится дождь. Коля просто на машине подъедет и заберет. Потом нас. Ты себе что хочешь? Ничего. Ничего не хочешь? Коля берет подушку. А что моей Нике? А что моей Нике заказать? Булочку хочет, да? Булочку. А Софи не хочет булочку? Нет. Кушает пирожная картошка. Да, я его всегда разогреваю. Вот это вкуснее. Шоколадный деталь, да? Угу. София вот себе еще взяла медовик. Мой медовик мы уже кушаем. Что уже наелась? Еще сок, а у меня, конечно, тоже печенька. Она и Ники мы, смотрите, купили печеньки. Минутка. Они прямо тают во рту. Для нее идеально. Слюнками разваливаются, да? Вкусненько, смотрите, как вкусненько. Аж слюнечко. Да, доча. Вот у нас такие морожки. Смотри, говорит, я хочу с Никой сфотографироваться. Две морожки таких. Где мои морожки будут? Давай, морожка номер один. Где морожка номер два? Коляска немножко съехала. Подождите, коляска въехала, сфотографирую. Все, готово. Да. Да? Да. А что это у вас за щеночек такой, это девочки? Мой. Такой красивый, аккуратненько, аккуратненько, он маленький. 4 месяца. 4 месяца. Это пудель. Пудель, ты такой маленький. Это твой пудель, переводится игру на пудель, значит маленький. Да, будет маленький такой? Да, он выше нашего кота не вырастет. Понятно. София, тебе нравится? Хочу себе такую. Она же Шерлок. Хочу ну ты еще. Что, куда она это еще? Это пудель, его зовут Тедди. А у Тедди нашего, Тедди, стрижка Тедди. Тедди, да, как Мишка. Мишка Тедди. Да, классно, я София. Я готова к себе притягивать. Наши мы сейчас гуляем. Вышли погулять, да? Не знаю. А, ребятки, мы сейчас приехали в гости. Пацаны взяли с собой квадрокоптер. Давно они его хотели запустить, давно уже не запускали. Ну, так как нашли, вспомнили о старой игрушке, да, Арс? Да. И надо обязательно запустить. Сейчас папа пробует, потому что, говорит, ну, у нас приложение, в принципе, было скачано. Сейчас надо попробовать. Давным-давно его не запускали. Где-то год, а то и два. Ой, больше уже, наверное. Да, уже, наверное, два его не запускали. Там кокос бежит. Кокос. А это, познакомьтесь, свет. Кокос. Нельзя. Кокос. Кокосик. Какой, смотрите, прикольный. Прикольный, скажи я. Фигуристый парень. Ну что, Коль? Сложно, да? Слабый GPS-сигнал показывает. Не находит. 11 спутников всего. Никак, никак. Опа, смотрите, пошел. А, кокос, ты не подходи к нему. Все, пошел. Все, он рабочий, отлично, все работает. Ну, сейчас будем смотреть самое камеру. Самое интересное у меня в телефоне-то. Можно полетать, камера. Папа? Камера, смотрите, давайте мы посмотрим, где мы находимся. Вау, круто, я обожаю вот такое смотреть. Сейчас управление Сашка взял на себя. О! Всех этих поуправляют, смотрите. Чуть-чуть, тебя лучше будет. Целая видно. Банда управляльщиков. Видишь? Он на сколько, сейчас Саша, сколько метров у него? 94. На 94. Ну, по-моему, Коль, мы на 300 или 400 поднимали. Мы проверяли, но надо в безветренную погоду. Сейчас да, порывы ветра, его может просто фух, и он, если потеряет равновесие, мы его тут фиг найдем уже тогда.